самым выдающимся хореографом XIX века был Жюль Перро, который был удивительно логичен, удивительно хореографичен, и до сих пор вот его такие балеты, как «Жизель» и как «Эсмеральда», живы. Балет «Эсмеральда» родился в 1844 году в Лондоне. В 1886 году на сцене Мариинского театра Мариус Петипа осуществил новую постановку «Эсмеральды» по Перро. В этом спектакле блистали многие балерины, как Цуки, как выдающаяся балерина Кшесинская. Я получила балет «Эсмеральда», о котором так давно мечтала. Я вспомнила, как Мариус Иванович Петипа, когда я была еще очень молода и просила у него этот балет, ответил мне, что я только тогда смогу сыграть роль Эсмеральды, когда узнаю не только любовь, но и ее страдания. В доме у меня жила козочка, которая выступала со мной в Эсмеральде. Я брала ее с собой в театр, чтобы приучить к сцене и музыке. Значительным событием явилась постановка уже в советский период этого балета. И постановку осуществила Агриппина Яковлевна Ваганова. И впервые тогда на сцене Мариинского театра заблистал талант Вячеслава в этой роли. Моей сокровенной мечтой, которую я лелеяла, была мечта станцевать Эсмеральду. Я полюбила этот образ. Я танцевала свой первый спектакль, не думая ни минуты о том, выйдет или не выйдет у меня то или иное движение. Мне казалось, что я полностью перевоплотилась в образ цыганки. Вспоминаю спектакль «Эсмеральда» в блокадном Ленинграде. Зрители сидели в шубах и валенках, но на сцене актеры танцевали обнаженные, не считаясь с температурой. Похудевшие и бледные, они танцевали. В нашем театре этот спектакль осуществляли Татьяна Михайловна Вячеслава и Петр Андреевич Гусев. Процесс был достаточно сложным, но и увлекательным. Дело в том, что Татьяна Михайловна очень хорошо помнила спектакль, который был до вагановского периода. А мы решили делать до вагановский спектакль с тем, чтобы больше приблизиться к подлиннику Жюля Перро. В хореографии очень трудно возвращаться к подлиннику, умирает что-то, время стирает, в памяти изумительные вещи. Поэтому пришлось просто некоторые моменты как бы доставлять, досочинять. Для меня это была увлекательная работа, потому что она что-то дает всегда. То есть вот наш театр принадлежит тому числу театров, которые стараются сохранить бережно и реставрировать хореографические ценности.
Thank you.